когда мы находимся на карантине, у многих из вас появляется масса свободного времени. Чтобы его провести с пользой, сделайте уборку. Сегодня я вам дам несколько полезных советов, которые пригодятся вам в быту. Мы используем сегодня уксус для того, чтобы вымыть наши окна. На литр воды нужно будет добавить 1 столовую ложку столового уксуса. Обязательно используйте перчатки, чтобы не получить ожог. Предварительно очистив окна от грязи, протираем их этим раствором. Вы увидите, как заблестят ваши окна, а самое главное, не останутся разводы. Этим же раствором можно будет также вымыть кафель. Чтобы очистить смеситель, также мы используем уксус. Есть труднодоступные места, которые тяжело отмываются. Вот здесь, например. Мы намочим тряпочку уксусом. Но уксус был в равных пропорциях разведен водой. Работаем строго в перчатках и сразу проветриваем помещение. И обернем смеситель. Оставим его на полчаса. Со временем в чайнике также появляется накипь. Как ее можно устранить? Наливаем воду. Добавляем уксус. И ставим кипятить. Чайник наш закипел. Выливаем воду. Друзья, посмотрите, накипи практически нет. Нужно обязательно промыть чистой водой чайник и только потом использовать его. Прошли полчаса, давайте посмотрим, что у нас получилось. Грязь, грязи нет, все устранилось. Кстати, наш полосничаем теплой водой. Тщательно промойте тряпку и проветрите помещение. Дорогие друзья, я надеюсь, что эти советы вам пригодятся в жизни, и вы используете эти лайфхаки. Избавитесь с помощью столового уксуса от накипи, грязи и, конечно же, до блеска отмоете окна. Оставайтесь дома и будьте здоровы!